Ein richtiger deutscher Soldat. Wer ist im Wasser? Auf! Hey, Mann, Jungs! Ja, ins Wasser! Los! Hau ab, aber schnell! Schnell! Hier lädt ihn zur Verschau. Здрасте. Здрасте. Где остальные? Не знаю. Ты чего один, Семен? Случилось что? Остальных немцев выхватали. Я чудом спасся, огородами ушел. Здравствуй, Люба. Mm-hmm. А это кто? Вот, наткнулся на него ночью в огороде. Здесь в камышах спрятала. Пока вы соберетесь. И лекарства кое-какие успела вынести из больницы. Тоже спрятала. Молодец. Как фамилия? Зайкин из окружения своим пробирался. Что ржете? Человек контуженный. Здорово, дядька Михась. Здорово. Здравствуй. Здравствуй. Здравствуйте. Никто больше не придет. Как не придет? Худо дело, Иван. Много людей побили.
Коммунистов-евреев расстреливают возле кирпичного завода. А как же Войтович? Он же назначен командиром отряда. Видел его. В поселке среди арестованных. Всех расстреляли. Что делать будем дальше, Иван? Меня спрашиваешь? Ну, кого же не спрашивать? Ты же нами руководил. Дядь Михась, верно? Ну да. Ты же вроде при должности был. Да вы что, мужики? Ну какой из меня командир? Нормальный. Здравствуй, Ольга. Здравствуй. Отойдем. Войтович расстрелян. Это тебе, Иван. Дойдете до Петровичей, а дальше к аэродрому. Николай поведет дорогу, он знает. Угу. Угу. А это кто? У меня к тебе разговор, Иван. Пойдем. Свояцкого арестовали, а это Надюшка, его жена. На 8-м месяце. Нельзя ей там оставаться, ищут ее. Ты мне скажи, зачем ты ее сюда привезла? А куда же ей деваться? Убьют ведь. А это что за шкет? Да внучок мой старший, Петро. Возьми его с собой, Иван. Ольга, ты с ума сошла? Роддом, детсад. Да ты посмотри. Ты посмотри, что он принес. Воевать собрался, а? О, таких бед натворит. Он все в клуб бегает, где немцы кино крутят. Все время среди них целыми днями что-то высматривает, ну. И много высмотрел? Да. Пересчитал немцев? Конечно. Ну и сколько их? 3 офицера, 28 солдат и 10 мотоциклов. Не справлюсь я с ним. Возьми, не откажи, Иван. Ладно, Ольга, пацана возьму. А ее вози. Да постой, Иван. Иван, у меня дома еще 2 малышей. Ты же знаешь, дочь погибла. Взять на фронте. А если ее возьмут, и мы все пропадем. Доведешь до Петровичей, а там сестра моя приютит ее. Ладно. Пойдем. Спасибо, Иван. Держи. Здравствуй, Паша. Здравствуй, Наталья. Ну что, отряд? Построимся, что ли? Ну, быстро, быстро, быстро! Гражданочка, вы-то зачем в строй встали, а? Я не гражданочка. Я комсомолка Надежда Свояцкая. О, Гитлер от страха штаны напустил. Ну, отставить. Равняйсь. Смирно. Ну что, за мной. Значит так, Петр, будешь моим личным помощником. Это значит ординарцем. Да. Понял? Да. Согласен? Конечно. А мне дадут наган? Наган. Видишь, ты хитрый какой. Вон бинокль возьмешь у Зайкина. Ладно. И от меня не на шаг, понял? Наши? Немцев. Ну как французов в ловушку заманивают. А потом раз и по шее. А ты хоть знаешь, кто такие партизаны? Те, кто сражается против врага. Да нет, ты скажи, что означает это слово. Откуда оно? 1812-го. Нет, слово партизан произошло от слова патрия, родина. И Жан, сын. Я думаю, отсюда сын родины. Я студенткой вышла за Володю. Он был у нас преподавателем немецкого языка в техникуме. Старше тебя? На 7 лет. Такой высокий, красивый. Тебе самой-то сколько? Скоро 19. Его сосед выдал. Сказал, что коммунист. Как вы думаете, Люба, его выпустят? Не знаю. Thank you.
Endlich mal was zu essen, ihr habt nicht so viel Zeit. Oh, Schnaps, bitte. Da? Oh, ja. Ja, ein schönes Tropfen. Ja, okay, und jetzt hau ab. Ja, jetzt gehst du wieder, ja? Ja, ja, ja. Ach, ich schau mir mal ein bisschen die Gegend an. Komm gleich wieder. Was, wieso, ey? Nichts essen, oder hier. Was? Ja, dann pass auf, dass du nicht verloren gehst. Jo, jo, was essen wir hier? Lange nicht gegessen. Und dieses Tropfen hier. Was hat er da gebracht, der Junge? Надежда. Дядька Михаси Батыка со мной. Остальные сидите и не высовывайтесь. Ага. Оружие соберите. Здорово, дядька Михаси. Здорово, Микола.
Здорово, Батыка. Ну, здорово. Я вместо Войтовича. Его немцы расстреляли. Иван. Николай. Давно вас ждем. Ну что, нам к аэродрому надо. Проводим. У вас как с оружием? Вот так. Да, автомат. Сейчас немцы свои хватятся. Начнут лес прочесывать с собаками, так что пойдем болотом. Мы местное пройдем, а немцы туда не сунутся. Шагу в сторону! Ближе друг к другу и побыстрее, ребята! Стойте. Вот и пришли. Аэродром-то где? Идем. Ждите здесь. Вот аэродром. Что-то я не пойму, Николай. Какой же это аэродром? Вот. Молодцы. Стой! Стрелять буду! Руки вверх! Пришли. Товарищ капитан, двое неизвестных задержаны на территории аэродрома. Кто такие? Командир партизанского отряда Антонюк. Капитан Катков. А где ваш отряд? Здесь недалеко, в лесу. Это другое дело. Теперь и воевать можно. Это верно. Устроились? Да. Да, хорошо все. О, скоро закипит. Где поставить? Туда неси. Мужиков сколько? Люба, не надо.
Чего не надо? Я понимаю, что война. Но любить-то все равно хочется. Что здесь такого? На. Ешь. Чего улыбаешься? О ребенке думай давай. Это вам. Как война началась, немец попёр. Но мы аэродром замаскировали. Да, с ёлками-то вы хорошо придумали. Да. Ну, а потом про нас забыли. Не до нас было. А связаться с центром не пытались? Связаться. Рация не работала. Нет питания. Погодите. Я инженер, могу посмотреть. Правда? Да, правда. Точно. Сергеев! Слушаю, товарищ капитан. Сергеев, проводи товарища. Есть. Ну, пошли, Сергеев, посмотрим, что там у вас. Свет. Ну что? А? Что? Молчат. Давай я попробую. Я закончила курсы радисток. Давай я попробую. Ну, попробуй. Ну что? Молчат. Пашка, ты откуда знаешь Надю? Мы с ней учились вместе в техникуме. Помню, шла она по коридору. Красивая такая, вся в солнечных лучах. Я в нее тогда и влюбился. А она влюбилась в своего учителя немецкого языка. Вышла за него замуж. Что ж ты не боролся-то за нее? Вот. На память у нее взял тогда при первой встрече. До сих пор ее люблю. Да что тут говорить, Иван? Аэродром сохранил, людей сберег. Это хорошо. А теперь и мы поможем. Еще попробуй. Что же это мы, а? На прием не переключились. Ну? А? Работает? Работает! Москва нас слышит! Точно слышит? Точно! Здорово! Москва нас слышит! Москва нас принимает! Москва нас слышит! Москва принимает! Выполнять! Товарищ генерал. Да. Товарищ генерал, с нами связалась неизвестная радиостанция из Белоруссии. По-видимому, неопытный радист свои позывные посылал, а переключаться на прием забывал. Ну, покажи. Так, где? Вот. Послушайте, полковник, да это ведь та самая база, которую мы строили в 36-м году. Да, она действует. Просит прислать оружие, боеприпасы, медикаменты и аккумуляторы для радиостанции. А ведь это здорово, черт побери, а? Пошли. Komm raus. Raus, komm, du. Na komm schon. Rauskommen! Rauskommen!
Зачем вам наши дети? Не трогайте детей! Auf den Wagen! Подождите! Подождите! Господин офицер! Куда вы их везете? Это же дети! Они ни в чем перед вами не виноваты! Господин офицер, прошу вас, отпустите детей. Господин офицер, прошу вас. Господин офицер, отпустите детей. Господин офицер. Господин офицер, я прошу вас. Садитесь, садитесь. Голодные, небось. Как? Тут же у нас в школе немцы. Нормально, тетя Оля. Мы связь наладили. Наши немцев остановили. Вы людям передавайте. Ой, как хорошо. Как вы? Нормально. Про Петьку чего не спросите? Да жду. Жду, когда вы сами скажете. Ну, как он там? Он у нас теперь в начальстве. При командире ходит. Да? Вот, молодец. А со Свояцким что? Интересуется кое-кто. Даже не знаю, как вы Надежде скажете. В полицай он подался. Его начальником над другими поставили. Может, пытали. Сломался. Ой. На старой ферме оружие и 3 лошади. Мужики ночью для вас привели. Юзик, а Юзик, возьми меня на войну. Я тоже хочу немцев убивать. Я тоже хочу гранаты подлаживать. Ну, ты же маленький еще. Ну и что, вы же Петьку взяли. Никитушка, иди, детка, иди. Ну, картошечки, а? Горячие, огурчики. Давайте, давайте, хлопцы. Что делать будем дальше? Нет! Этого не может быть. Он не мог. Надя, успокойся. Все, успокойся. Все, успокойся. Тихо. Это неправда. Ну что же это? Он не мог. На, выпей водички, выпей. Давай. Все. Нет в отряде больше Надежды Свояцкой. Вычеркнули к чертовой матери. Как твоя девичья фамилия? Гольберг. Гольберг, вот и отлично. Так и запишем. Надежда Гольберг. А плакать не надо. Это приказ. Тебе сейчас о ребенке думать надо. Поняла? Ольга! Ну, хорошо, найду, посмотри. Ольга! Здрасте. Ну ладно, будьте здоровы. Где она? Да искала я ее. Да где же ее найдешь? В лесу-то. Что иголку в стогу сена? Не ври, Ольга. Родила уже. Не знаю. Узнай. Если узнаешь, скажи. Доктор, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, оружие. Я пойду доложить капитану Каткову. Мне нужен командир. Я командир.
Иван. Здравствуйте, доктор. Здравствуй, Иван. Что случилось? Беда. Дети. Что с детьми? Это касается жизни детей. Ну, успокойтесь, успокойтесь. Пойдемте, пойдемте. Может быть, чаю? Да, организуйте. Как вы нашли-то нас? Не Ольга. Ольга сказала. Садитесь. Ольга? А, спасибо. Ну, что там с детьми? Немцы забирают детей и выводят их куда-то, на машинах. Чай, док, возьмите. А, спасибо. Куда они их везут? Зачем им мои дети? Прошу вас, спасите детей. Если нужно, я их один на руках вынесу. Не надо, доктор, на руках. Не надо. Быстрее, быстрее, рассвет скоро. Детки, давайте, давайте, давайте. Берегите. Скорее, скорее. Вон туда, на ту телегу. Так, проходим, проходим. Садись, оп. Умница. Так, так. А где Коля? Коля, где ты делся? Ах, вот ты. Садись, садись, быстрее. Ты ну а как же вы, доктор? Я много лет в этом детском доме работаю. Буду ждать их здесь, когда они вернутся. Все, ну с Богом. Поехали. Езжайте. Да, поехали, поехали. С Богом, мои хорошие. Ну, все, езжайте. Езжайте. Все, поехали. А ты завтра же в деревню. Остановите солдат! Стой! Принимай оружие! Молись, мужики! Ну, давай! Держи! Вот, да, стой! Вот, ага. Следующий мужики, давай! Мужики, держи мешок! Да, вот, куда вы собрались, капитан Катков? Осторожней! Хорош митинговать! Я сдал вам аэродром. Теперь я должен вернуть взвод в воинскую часть. Взвод! Солдаты! Послушайте меня. Вас оставили охранять этот объект. Здесь ваша линия фронта. А вы хотите сбежать? Мы во что бы то ни стало должны отстоять аэродром. Вместе. И поэтому вы очень нужны здесь. Давай! Принимай оп, медицину! Тихо! Так. Это хорошо. Это нужно. Быстрее, мои хорошие. Давайте, быстрее. Ну, в самолет, быстрее. Здравствуйте. Кинооператор Сушкова. Капитан Катков. Антонюк. Сушкова. Сушкова. А зовут как? Мария. Очень приятно. А меня Семен. Очень приятно. Мне тоже. Деточки мои, быстрее, быстрее, миленькие. Извините, мне надо идти. Снять посадку детей. Самолет скоро улетает. Так я помогу. Быстрей! Помоги. Светает!
Это был дополнительный самолет, который забрал оставшихся детей. Так, аэродром у нас есть. Подрывники готовы? Следующим рейсом отправим. Партизаны просят лекарства и оружие. Надо помочь. Есть, товарищ генерал. Переправим. Доктор, eine Frage. Wo sind die Kinder? Господин офицер спрашивает, где дети? Дети. Улетели. Как ангелы. Доктор, перестаньте говорить ерунду. Вас спрашивают, где дети. Я же вам объясняю. Дети. Это ангелы. Вот они и улетели. Was sagt er? Ich glaube, er ist verrückt. Er sagt, dass die Kinder weggeflogen sind. Sagen Sie dem Doktor, wenn er sagt, wo die Kinder sind, bleibt er am Leben. Господин офицер обещает сохранить вам жизнь, если вы скажете, где находятся дети. Мне больше нечего вам сказать. Er weiß nichts mehr. Tut mir leid, Doktor. Erschießen. Что, Володя, расстреляют меня или повесят? Расстреляют. Ребята, вы на задание? Мария, а вы куда? Я с вами. Маша, вы понимаете, рановато вам еще на задание. Это опасно. Я знаю, что опасно. Это моя работа. Догоняйте. Ну хорошо, держитесь меня. Удачи вам. Давай здесь вонем, а? Негоже мне путейцу свое же хозяйство портить. Тебе все равно, что курочить. А как наши придут, совсем голова не варит. Это ж дорога на Берлин. Мост взорвем. Давай копай! Работайте. Белорусы, а? Адам кого-то ведет. Кто такой? Оружие-то опустите! Свои ведь! Ты что, Батыка, не узнаешь, что ли? Кузнец я! Да, я у него в кузнице бывал. Это деревенский. А че орешь-то? Слышит плохо. Кузнец ведь. Хлеб-то есть в деревне. Ну откуда? Немец все подчистую выбрал. Что ж не прятали? Насильно забирали с автоматами. Баб, детей под прицелами держали. Хлопцы, надо помозговать, как нам хлебушек назад вернуть. Если с умом, я думаю, должно что-то получиться. Зерно надо вернуть. Так оно, конечно. По справедливости. Куда они все свезли, знаете? Так а тут же рядом, на склад. 5 километров. Недалеко. Люди голодать не должны. Так. Мы немцам оброк повезем.
Они же приказали продукты сдавать. Вот и получат. Давай, пошел! Мешки куда разгружать? Разгружайте сами, сарай! Что с нами будет завтра? Снимайте! Пусть их запомнят вот такими. Здоровые! Да, всяк бывает. Жизнь такая. Привет, внимание! Нас снимают. Надя, что с тобой? Что с тобой, Надя? Надя! Тихо, 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 тихо. А ну-ка, марш отсюда, не до вас, все, хватит! Эльза Франсом, ну помнишь? Доктора, за ней! Ну, конечно, помню, Люба, да, хорошо, хорошо. Паша? Да? Паша, слушай, значит так, Эльзу Францевну знаешь, езжайте в поселок и привезите ее сюда, понял? Ты что, она ж немка, она всех нас потрохами выдаст. Не выдаст, не выдаст, быстро бери Дениса и Юська, давайте, ну давайте, давайте, дуйте, дуйте! Везите мне ее сюда как можно скорее, понятно? Oh.
Вы пришли грабить, так делайте свое дело. Зачем же будить пожилого человека? Надя Свояцкая, плохо. Вы же врач, Эльза Францевна. Если не поедете, она умрет. Я давно уже не езжу по вызовам. Убирайтесь. Убирайтесь. Тебя, кажется, Павлом зовут. Антонюк. Да. Я догадалась, что вы бандиты. У нее пистолет под подушкой. Боже мой, они еще и глупы ко всему. Отвернитесь. Одевайтесь теплее, долго ехать. Вы не боитесь, что я буду кричать? На втором этаже квартирует немецкий офицер, мой знакомый. Павел, пальто в прихожей. Пробую я! Но! Снимите мешок! Снимите мешок с головы! Здравствуйте, Эльга Францевна. Извините, если что не так. Зачем вы мне его надели? Эльза Францевна, ну наконец-то! Я могла задохнуться! Понимаете вы это, молодой бандит? Ну, извините, Антонюк. Извините, ради бога. Я буду жаловаться, поняла? Да. Разбудить старую женщину. Пойдем. Среди ночи. Хорошо, не бояться нечего, если бы я умерла. Ну, скорее. Страху. Молчите! Жеребцы, бандиты, только умеете девок портить, да баб брюхатить. Чтобы вас подсыхало! Воды! Горячей воды! Быстрее! Воды! Воды! Горячей воды! Ну, давай! Горячей давай! Ну, давай! Так, нормально! Нормально! Так, хорошо! Осторожно! Осторожно! Так, держи! Дверь закрой! Фух, нормально. Скажи, брат, почему всегда страдают только хорошие люди? Ничего, Пашка. Все будет хорошо. А моя последнего. Только пошел к колодцу за водой. Прихожу, родила. Которого? Четвертого. Эх, Пашка. Будь с ней, не отходи ни на секунду. Спасибо. Ну, как она? Она будет жить. А ребенок? Спасибо вам, Эльза Францевна. Может быть, мы должны вам что-то? Как нам вас... Вы должны работать? Были привести меня раньше. Вы должны были беречь эту девочку. Что вы мне должны? Вы можете вернуть мне молодость? Можете жениться на мне?
кто-нибудь отвезет меня домой? Да-да, конечно. Паша, Денис, Юзик. Извините, мы боялись вас. Боялись, понимаю, немка. Но, между прочим, еще мой прапрадед в этих местах, на этих землях, строил когда-то каналы. При Николае Первом. Хотя, откуда вам знать, кто такой Николай Первый? Да слыхали. Неучи. Что вы тут делаете в лесу, не понимаю. Кончится война, и на вас на всех райком партии напишу. Обязательно. Спасибо вам, Эльза Францевна. Но, Буян! Но! Пошел! Но! Возьми, Мария. Спасибо. Маша. Маш, научил меня снимать? Для этого учиться долго надо. Да и способности нужны. Может, они у меня есть? Угу, есть. А семья-то у тебя есть? Была жена. Ушла к другому. А чего так? Ты мужчина, ничего. И ты мне нравишься. Вот бы раньше встретил. Что раньше? Раньше встретил, прошел бы, не заметил. Это на войне вы все зрячими стали. Маша, а можно я посмотрю? Можно. Только осторожно. Хорошо. Я ничего не вижу. Как снимаешь? Ну ты в глаз не тыкай. Поищи угол, посмотри. Потыка в глаз не тыкай. Вижу. О! Как ты близко. Здравствуй, Ольга. Открыто было. Дети там, да? Спасибо тебе, Ольга, что жену мою Надю к партизанам в лес увела. Побойся Бога. Какой лес? Каким партизанам? Ты что, за дурака меня держишь? Думаешь, я не знаю, кто детей увел и склад ограбил? Не понимаю, о чем ты. Я все время у тебя на глазах. Что надо? Просьба у меня к тебе. Жена родит. Скажи мне, увезти ее в дальнюю деревню нужно. Немцы готовят операцию. Не понимаю, о чем ты говоришь? Все ты поняла. Спасибо, что Надежду спасла. И еще, если немцы узнают, что моя жена еврейка... Я не предательница. Я знаю. Я буду ждать. Извини. Держи молоток. Да что ты порвешь еще? Левее иди. Осторожнее.
Ну, ребят, залезь. Ну давай, елки, быстрее. Уйди еще. Тоже мне дело. Дядя Паша, научите меня свистеть. Давай, давай, выше поднимай, поворачивай. Ну давай. Повторяй за мной. А можно немного помедленнее? Правее, правее. Повторяй. Бери Дениса, поезжайте, разузнайте, в чем дело. Понял? Давайте. Мотаем, мотаем. Да, в бою все может быть. И что, мы теперь так каждый день? Занятия по самоподготовке. По заданию Антонюка будут проходить каждый день. Руку. Слышь, Зайкин, я бы этому кобелю не только руку перерезал бы. Ну? Не отвлекаемся, Зайкин. Мотаем, мотаем. Находясь в полевых условиях, вместо шины можно использовать палку. А руку при этом ранбольной держит неподвижно. Иначе будет больно. Люба, тебя зовут. Так, Стас, продолжи, пожалуйста. Давай. Да уйди ты, что? Так это мне учиться сказали. Коля не научился, что ли? Нормально. Иван, скажи, Свояцкий готовит списки молодежи для отправки в Германию. Пусть передаст срочно. В отряд Пинчука состав с людьми пойдет по его ветке. Спаси, сохрани, Господи. Хорошо, передам тете Оле. Наши собираются наступать. Скажите людям. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Entschuldigen Sie unter Unterbrechung des Gottesdienstes. Господин офицер извиняется за то, что прервал вашу службу. Nur in der Kirche könnt ihr euch unseren Befehl überlegen. Ihr kennt eure Wälder und eventuell den Weg zum Flugplatz. Wer ihn zeigt, wird belohnt. Господин офицер обращается к вам в церкви. Только здесь вы можете обдумать приказ. Вы знаете свои леса. Вероятно, кто-то знает дорогу к аэродрому. Кто укажет ее, будет награжден. Wenn der Weg in drei Tagen nicht gezeigt wird, werden härteste Maßnahmen getroffen. Если через три дня не будет показана дорога к аэродрому, die härtesten Maßnahmen werden getroffen. То будут приняты самые жестокие меры. От себя хочу добавить, что если через три дня никто не скажет, где находится этот аэродром, я буду лично расстреливать каждого пятого. Подожди, хлопцы, прикрою. Завтра.
Ольга? Беда, Иван, беда. Что случилось? Хлопцы погибли. А кун ты? Наберись, Иван, сил. Брат твой, Павел и Денис. Бабуля, здравствуй, бабуля. А где дядя Павел? Убили. Убили Павла и Дениса. Петро, беги-ка на соседнюю улицу. Отвлеки. Кричи что-нибудь. Что? Помогите, кричи. Понял. Давай. Диверсионная группа. Ты
Die Situation gerät außer Kontrolle. Ситуация выходит из-под контроля. Es stellt sich heraus, dass nicht wir die Herren hier sind. Оказывается, не мы. Sondern die Partisanen. А партизаны хозяева района. Ständig lassen sie unsere Eisenbahnzüge Они пускают под откос наши составы. Aber wir treffen alle Maßnahmen. Мы принимаем все меры. Какие меры? Die russischen Flugzeuge fliegen bei uns im Hinterland, als wären sie zu Hause. Русские самолеты прилетают к нам в тыл, как себе домой. Die Hauptaufgabe. Главная задача. Den Aufenthaltsort der Partisanen finden. Обнаружить дислокацию партизан. Und den Flugplatz. А главное аэродром. Finden. Обнаружить. Und vernichten. И уничтожить. Воздух! Воздух! Что делаете? Быстрее, быстрее водите лошадей! Быстрее, Буян, быстрее! Товарищ генерал, поступила точная информация о том, что немцы в районе Петровичей планируют широкомасштабную операцию. Полагаю, главная цель операции – аэродром. Аэродром ни в коем случае терять нельзя. Антонюк на связи? Так точно. Пусть свяжется с командирами ближайших партизанских отрядов и вместе решат, как сохранить аэродром. Это приказ. Капустин, отряд имени Кутузова. Серов, командир отряда имени Суворова. Бабич, отряд имени Багратиона. Левкин, мститель. Антонюк, отряд Полесье. Что скажешь, Иван Васильевич? Поделись соображениями. Какие тут соображения? Аэродром надо удержать. Чем мы можем помочь? Я оружием. Я могу дать людей. Я мог бы тоже. Я боеприпасами и лошадьми. Нет, спасибо, мужики, спасибо за помощь. Но чем дальше вы будете от аэродрома, тем лучше. Да как это? Постой. Что ты говоришь? Как мы бросим? Как же люди? Как можно люди? Подождите, мужики, подождите. План такой. Нам надо немцев отвлечь от аэродрома, правильно? Ну. Поэтому мы начнем боевые операции одновременно. Да. В разных точках района. Так, повторяю, как можно дальше от аэродрома. Капустин. Понял. И Левкин. Я. Выдвигайтесь в сторону станции с эшелонами. Серов. Да? Блокируйте вот этот участок железной дороги на Выступковичи. Ясно. Бабич. Да? Выдвигайтесь вот сюда. Добро. А я отхожу от аэродрома на Валахское и прикрываю его оттуда. Таким образом, я надеюсь, нам удастся дезориентировать немцев и отвлечь их от аэродрома. Когда начинаем? Завтра. Время? На рассвете. Ну, все ясно. Ну, все. Добре. До свидания. А к вам просьба есть. Так, слушаем. Ольгу с внуками. Левкин, подожди меня. Нужно забрать и спрятать деревню где-нибудь. Подальше. Ищут ее. Я заберу. Сделаем. Спасибо. Ну что, ты готова к бою? Готова. Völlig eingeschlossen. Бандиты окружены. Die Schlinge ist zu. Прорваться невозможно. Aus dieser Schlinge darf niemand raus. Отсюда никто не должен выйти. Keine Gefangenen machen. В плен не брать. Мы окружены. Задача наша – выйти из окружения. Разбиваемся на мелкие группы и через лес,
через болото по бездорожью, просачиваемся, как вода сквозь пальцы. Просьба, постарайтесь остаться живыми. Сбор на аэродроме. Отделение! В колонну под вас! Становись! Живей! Шагом! Марш! Абуян! Ноа! Немцы! Вперед, мужики! Давай, вперед!
Wo sind die Banditen? Где бандиты? Ich frage sie. Я вас спрашиваю. Der Flugplatz. Где аэродром? Sie sind weg. Они ушли. Durchgesickert durch unseren Kessel wie Wasser durch die Finger. Просочили через наше окружение. Kein Flugplatz. Аэродрома нет, не существует. Nicht einmal Andeutungen darauf. Нет даже признаков аэродрома. Wie ist das möglich? Как нет? Thank you.
Партизанские сестры вас не...